В автозаводском районном суде после реконструкции открылось здание суда. Раньше автозаводский суд располагался в двух разных зданиях – административном и уголовном. Работы шли по федеральной целевой программе развития судебной системы в 2013-2020 годах. Здание начали строить в 1991, а завершили строительство лишь в 2015, разобрав два верхних этажа. Теперь автозаводский суд второй по численности судей. В прошлом году признан лучшим районным судом. Для каждого судьи здесь индивидуальные залы. Помещения, лестницы и проходы адаптированы для маломобильных граждан. В церемонии открытия участвовал глава региона Глеб Никитин. Он отметил самое главное, что судьи будут работать в комфортных условиях, и это должно стать более эффективным для граждан. Это здание станет еще и архитектурной доминантой, изменит облик района и своей мощью и силой будет олицетворять надежность судебной системы. Вообще судебная система, судейский корпус – это огромная ответственность и последняя надежда для многих граждан. Поэтому, конечно, та работа, важнейшая работа, которую делают судьи, должна осуществляться в достойных условиях. Здесь такие условия обеспечены. Автозаводский район – это город в городе. И, наконец-то, он получил достойный храм правосудия. Если в тех старых зданиях люди зимой в слякоть приходили в процессы, решить свои проблемы и вынуждены были стоять на улице, то сейчас для них созданы прекрасные условия. Сейчас они будут находиться в тепле и сидеть в прекрасных креслах. Поэтому прежде всего это для людей сделано.